участники выставки, поскольку у нас в ринге номер один произошла протяжка во времени, то с часу ринг номер два будет временно на полчаса поделен на две зоны. Чтобы нагнать время первого ринга, у нас экспертиза пойдет в ринге номер два у двух экспертов. Первый ринг у нас будет под показательным, а на втором ринге у нас будет 30-40 минут работать от ринга два эксперта. Тогда мы нагоним наше расписание, и все будет замечательно. Таня, Таня, куда мне лучше встать-то? Туда ближе к тебе, чтобы реагировал на меня. Смотри, если она тебя увидит, хоть повернулась бы к нам лицом бы. Она привязана к этому. Саш, а то, что она в рабочем качестве откусалась, это же тоже должно же что-то какое-то, я не пойму, объявление или что такое быть? Ну, лучше, как правило, лучше там рабочая собака привождают. Ну, да. Не знаю, нет ничего. Ну, что-то как-то все скудно. Вон заложу, вон заложу. Меня обойди, пошла. Просто ушла и все. Чтобы она тебя не видела, что ты ушла. Молодец, девчонка. Молодец, девчонка. Ты давай. Да, ты каю там. Лежать? Я тоже не пойму. Тори так вот, Тори так вышла. Я не поняла, что рабочая и да. В одном ринге. Не поняла. Что-то какие-то объяснения там, да? Вот и все. Ура! Тори! 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 Иди сюда скорее.